Ну, чтобы добрались до Красногорки, у нас сейчас Кучук. Эти красиво. Нет. Да. Еще раз. Опустить. Хорошо. Значит, мы сейчас готовимся к чемпионату города Тереополь по тяжелой атлетике. Еще раз чуть быстрее, давай. Эдику 9 лет. Да, немножко. Все, отдыхай. То есть 12 килограмм, да. Сейчас толчок делаешь, хорошо? Переходим на... Хорошо. Андриан. Богатый готовится к чемпионату Днестровья по пауэрлифтингу. Жим лежа, три команды дают. Так. Раз. Стойте, без взят. 35 килограмм установить. Ты что, будешь делать? Попробуешь? Хорошо. Вы 35 делаете. Все, переходим на Рома. Первый заявочный вес в толчке. Руке давай, покажи. Поставь там. Минаев Роман тоже у нас. Первый поход 23 килограмма. Вес не взят. Еще раз попробуешь. А ну давай сейчас соберись. Еще раз попробуй. Хорошо, без взят. Эдик. Кучук и два. Выполняет толчок. Ладно, давай еще раз. На грудь. Это... Хорошо. Все, тренируемся, потому что богатый Андриан вес 34 килограмма, 35. По команде тоже делаешь. Так. Раз. Стойте. Вот с этого веса будем начинать остальное. Все, ложи. Идем на приседание. Сделала Никита 8 раз? На 7 и на 6. Рома уже закончил тренировку, переходит с одной части тренировки, уборка рабочего места, так сказать. Витя начинает становую тягу. Так. Так, жестче давай с ним. Жестко, жестко. Ну давай жестко покажи. Андриан, что так высоко? Кто так высоко штангу поставил? Что я буду делать? Я сказал, понимаешь, вот отсюда, выйти на носочек. Без этого, я говорю на носочек. Просто на носочек. Вот, сделай плечами. Теперь поставь штангу. Хорошо, что детей нету. Все, ладно, на сегодня достаточно видео.